Сегодня расскажу вам, как приготовить бутерброды с крабовым салатом. Поверьте, этот рецепт станет вашим фаворитом, ведь бутерброды, приготовленные таким способом, украсят любой стол. Этот рецепт понравится всем, ведь для приготовления этих бутербродов вам не потребуется никаких необычных ингредиентов. Однако результат точно удивит ваших гостей. Обязательно попробуйте приготовить праздничные бутерброды по этому рецепту, и вы останетесь довольны, уж поверьте. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Теперь о составе нашего блюда. Батон 200 грамм, крабовые палочки 100 грамм, огурцы 1 штука, плавленый сыр 90 грамм, майонез 3 столовые ложки, соль, перец, укроп по вкусу, сливочное масло 10 грамм, количество порций 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До встречи!